Всем доброе утро, ребят! И, как вы поняли из названия видео, сегодня будет гречневая диета, которую я уже снимала. Я решила переснять, потому что сейчас я смогу это сделать в каком-то более усовершенствованном и красивом виде. И плюс это видео вам очень понравилось, прошлое. Оно набрало более 200 лайков, мне очень приятно, спасибо. И я надеюсь, что это видео вам понравится не меньше. Почему именно это? Потому что эта диета довольно дисциплинированная, и у меня до сих пор есть проблема с бедрами. Я помню, что когда я когда-то вообще очень давно сидела на этой диете, совмещала ее с очень-очень активным спортом, то у меня очень быстро все уходило. Именно в объемах, а не в весе, потому что вес — это самый субъективный параметр на свете. В общем, суть этой диеты в том, что вы едите как бы одну гречку, а из напитков можно чай, кофе и кефир. Но вообще я пью все, что я хочу. То есть если я захочу сок, я просто выпью сок, и чаще всего это какой-то фруктовый или томатный. Но я все равно, конечно, буду стараться концентрироваться на том, что я ограничусь кефиром, сыроваткой или чем-то таким подобным кисломолочным. Мой стартовый вес — это 59,5 килограмм. К сожалению, я не показываю вам, как я взвешусь, потому что мои весы очень некорректно работают, и вес, который я вам говорю, он, ну, примерно, он плюс-минус такой, какой он есть, но он примерный, там может отличаться, но я думаю, что все-таки в меньшую сторону, потому что я уже неделю была на ПП, я как бы должна была сильно похудеть, а вес почти, вот у меня на весах он практически всегда один и тот же, это что-то с весами. Я пыталась переставить батарейку, но, в общем, я попытаюсь купить новую батарейку, и уже завтра я вам покажу, сколько я вешу после первого дня. В общем, не знаю, что я вам сказала и что я вам забыла сказать еще, но, в общем, я вам все скажу по ходу, а сейчас пойдем завтракать, потому что уже больше 10 утра, встала я в 9 и очень сильно хочу есть. Многие спрашивают меня: Ксюш, как ты готовишь гречку? Поэтому я сейчас вам покажу просто, как это очень все элементарно происходит. Все отлично, гречка приготовилась, я ее сейчас буду есть с кефиром, я ее подсолила и поперчила, так что всем приятного аппетита, уже 11 утра, давно пора завтракать, и я буду есть свою первую гречку. Окей, после моего приема пищи я немного потусовалась и начала, короче, разгребать все свои вещи, потому что скоро уезжать. Я понимаю, что если я начну собираться сейчас, то, по идее, я могу не начать никогда и сделать это просто за час до отъезда домой в Киев. В общем, у меня здесь гора вещей лежит, вот, пуховик собираю, свитера разные, спортивные костюмы, пляжную сумку, потому что поедем на море, а у меня нет в Киеве подходящей пляжной сумки. Вот, и что еще? Ботинки зимние. Короче, решила, что буду брать чемодан. И получается, обязательно надо забрать в Киев рюкзак. Короче, гора мусора из моих карманов. Стреляющие такие маленькие штучки. Леша покупала себе и мне. Типа, бросаешь в асфальт, они взрываются. Они взорвались прямо... Случайно взорвались прямо на полу. Это вызвало небольшой сердечный приступ, но все хорошо. В общем,
кое-как я утрамбовала. Я думаю, что если на это сесть, то это вполне закроется. Ну, я не такое закрывала, поэтому все будет хорошо. Вот, а туда поедут все мои личные вещи, в плане летние вещи. Ноутбук, камера, коробка от камеры и куча всяких летних вещей. Но они просто меньше места занимают. Я надеюсь, что оно все поместится в рюкзак. Но я, конечно, не знаю. Я очень надеюсь, что мне не придется брать еще какие-то пакеты, потому что это вообще все сумки, что у меня есть. И вот ни физически, никак я больше не хочу тащить. Я пока к этому всему созрела, захотела есть, поэтому сейчас я пойду поем свою гречку. Наверное, без ничего или с кефиром. Ну, кефир я уже пила, не хочу. Вот, надо как-то... Я хоть чуть-чуть стараюсь разнообразить, поэтому пойду, в общем, пообедаю своей гречкой такой же порцией, как с утра. В общем, мы по дороге в лес попрыгать пришли, наспорились вдоволь. Вот и сейчас будем прыгать. Ну, я буду прыгать. Может, Леша тоже немного попрыгает. Но пошел после со мной за компанию, потому что мне в лес одной идти жутковато. Вон он там сзади прыгает. Я планирую прыгнуть 700 прыжков из обычных и 130 двойных. Я каждый день стараюсь понемногу себе увеличивать. Поэтому сейчас будет небольшой воркаут. Попрыгала, прыгала сколько хотела. Правда, я заметила, что на левой ноге икру немного потянула связку какую-то, не знаю какую. Но я трогаю, я как бы ощущаю, какая, название не знаю. Вот, так что, наверное, завтра не пойду выругаюсь, поделаю что-нибудь дома. Вот. Леша идет впереди, машет скакалкой. Он просто за компанию побыл, не прыгал. Угрожающе машет, я близко не подхожу. Вот, немного все раскраснелось. Сейчас пойдем, зайдем за соком, каким-то питьем вкусным. Не знаю, правда, пока что. Хочу сделать дома лед фруктовый, заморозить. Просто сок заморозить. Я купила формочки. Я по-моему, не показывала вам их. Вот, и будет фруктовый лед. Взяли воду. И там Леша несет мультивитаминный сок. Я из него все-таки решили сделать лед. Не знала, какой сок выбрать вообще. Пишите, какой ваш любимый сок. Я больше всего люблю мультивитаминный. И в последнее время как-то подсела на яблочно-виноградный. И с мякотью, клубника, яблоко. Вот, думала взять фруктовое пюре, но решила, что лучше, ладно, ограничиваться лучше таким соком. Вот. И водичка. Попью воды, напьюсь. Потому что очень сильно хочу пить и стараюсь отучить себя от колы. У меня ночь, и я поужинала вместе с Лешей, разумеется, гречкой. Кстати, я сегодня делала гречку себе с соевым соусом. То есть я не заливала соевый соус, я совсем немножко налила себе в блюдечко и макала гречку. Это получилось нереально вкусно, потому что, я уверена, все пробовали соевый соус, и знаете, что он перебьет абсолютно все. Поэтому, если вам наскучила гречка, и вы хотите какой-либо вообще любой другой вкус, добавляйте соевый соус, не кетчуп, не майонез, вот именно просто соевый соус и совсем немножко, а вкус вообще другой, как будто другое блюдо едите. Вот, в общем, соевый соус так приятно мне разбавил мой день, что я даже и как-то особо не поняла, ну, не ощутила какого-то дискомфорта, по-моему, все было клево, хотя я бы сказала, что первые дни самые стрессовые, самые такие сложные, а дальше уже легче. Я смонтировала наконец-то видео, сейчас его буду экспортировать, скачивать, но не могу этого сделать, потому что я сейчас говорю с вами, снимаю на камеру, а у меня карта памяти там, мне надо, чтобы она была здесь. Поэтому вот, буду загружать видео и помоюсь. Я надеюсь уже идти спать, потому что уже 12:30, а я себя от такого отучиваю и реально уже чувствую усталость и хочу спать. Доброе утро всем! Я только что встала, ну как только что, по-настоящему только что, я проснулась в 11, сейчас уже 12, я выставила, загрузила на канал видео. Вот, и умылась. Это все, что я пока сделала за час. Второй день гречневой диеты, и я уже встала на весы. Я забыла, я вроде вам сказала, что я забыла купить батарейку, и куплю ее сегодня. Да я вообще не думаю, что в том магазине в ВТБ были бы такие плоские батарейки для весов.
Вот, она как бы, они работают, я вам сейчас покажу, но они показывают, короче, тот же вес, что был, ну, практически изначально. В общем, они уже так долго показывают, и только если их куда-то переставить на какую-то другую, не совсем ровную поверхность или там, ну, где-то какой-то в полускол, то тогда да, как бы они покажут другой вес. Вот, но мне кажется, что я вешу меньше гораздо, чем они показывают, ну, хотя бы, не знаю, на килограмм. Потому что, ну, не может прям уже быть так, чтобы вообще ничего не менялось. Короче, вот что показывают сегодня весы. Но это когда я взяла камеру, так они показывали 59,3 примерно. Потому что, ну, когда я взяла камеру в руки, она весит 300 грамм, и сразу это видно. Вот, вес как бы есть, я как бы похудела там на 200 грамм, но, в общем, дело по треке, потому что вот я несколько раз пыталась взвеситься, чтобы вот взять камеру в руки, взвеситься с вами, и она уже показывает типа LO, типа, ну, low battery, и надо поменять, короче, батарейку. По планам на сегодня я хочу пойти на пляж, я не знаю с кем, возможно, даже одна, если никто не захочет идти, потому что погода классная, там 30 градусов, и у меня есть новая кофточка пляжная, как бы надо сводить на пляж хотя бы раз здесь. Вот, купаться я не буду, я хочу просто пойти позагорать. И у меня садится батарейка на камере, я забыла ее зарядить, поэтому сейчас я пойду завтракать. Позавтракаю я без вас, если вы не против, а пока что заряжу камеру. Итак, я уже оделась в свой пляжный лук, это такие вот шорты и новая кофточка, которую я недавно купила, специально такая она пляжная, очень мне нравится, по-моему, она очень классно будет оттенять загорелую кожу. Вот, я поела гречку, она оказалась, я ее случайно сожгла, поэтому я ела такую себе гречку, не очень вкусную, но соевый соус все перебил, поэтому нормально сойдет. Я думала взять на пляж с собой покушать гречку, типа как обед, но, короче, не судьба, второй раз водить долго, поэтому не стала. В общем, хочу вам показать, что беру с собой на пляж. Я, как обычно, покрывала одно полотенце, крем солнцезащитный 30 SPF. Мне этого более чем достаточно, потому что я загораю, а не прям защищаюсь от загара. Потом алоэ, на случай, если у меня что-то сгорит. И вот совсем мало, сейчас положу в холодильник, чтобы оно перед выходом остыло. Очень приятно потом будет. Сумочка для камеры, салфетки, наушники, парео укрываться, накрывать плечи, когда они сгорят, потому что они в первую очередь сгорают. И пляжная сумка. Еще будет замороженная вода, но она в морозилке. Вот, по идее, это все. Так что сейчас я буду собирать все это и выходить. Правда, пойду я одна, потому что никто не захотел со мной идти. У нас надо в пляже только я и мама. А Леша будет работать сегодня. Вот, так что мы с ним встретимся, наверное, вечером. А на пляж я иду одна. Короче, я пришла на пляж, уже лежу минут 10. Вот, взяла с собой ледяную воду, купила, где он тут, купила спрайт на 5. Очень что-то мне захотелось. Я надеюсь, что я сегодня классно загорю. Хочу хотя бы, чтобы ноги, лицо загорело. Вот, на улице очень жарко, довольно много людей. Но я так обособленно легла. Классно, в общем. Так что лежу, кайфую. Потом покажу вам результат. Надеюсь, что загореть получится. Смотрите, смотрите, кто, и смотрите, сколько их маленьких утят. Как мило. Их очень, их раз, два, три, четыре, пять. Их там, наверное, штук семь. Класс. Милотища. Не могла я вам такое не показать. Они совсем, совсем маленькие. Вот. Класс, красиво. Все, побыла на пляже где-то 2,5 часа. Уже иду домой. Точнее, иду ехать домой, вот. Осталась водичка, я, ну, мне ее полностью заморозили. Я взяла только с собой лед, и она вот потихонечку растапливается, и просто класс. По приходу на пляж я как бы не купалась, вот, но я пошла в такой ледяной их душ, ну, такой холодный ледяной, нормально, короче, терпимо заходить. Вот, окунулась, и было очень классно. Боже мой, сколько животных, я что, диснеевская принцесса? Белочка! Смотрите, какая молодая. Ой, показываю вам не белочку.
Вон она, смотрите, бегает. Вы точно видите. Встретились и идем в магазин. Идем в магазин. Вот шел, что-то чесал на меня, как только включила камеру, мгновенно затих. Тупо вот в ту же секунду затих. Ай! Ударил. В общем, идем в магазин. Наверное, куплю еще сок, потому что я сделала замороженный лед. И большую часть сока я выпила. Ну, мы вместе выпили. Вот, хочу еще приготовить этого льда. Очень вкусно. Я вам сейчас пойду домой. Обязательно покажу. И хочу соус терияки. Вот, и хочу посмотреть, сколько стоят арбузы. Я не собираюсь покупать. Еще не время. Вот, я уже, наверное, в Киеве буду есть арбузы. Хотя, может, мы один еще успеем купить. Все, я пришла домой. Ну, по-моему, я не очень загорела. Смотрите, ну, чуть-чуть, может, нос, там, чуть-чуть. Чуть-чуть грудь загорела. Ну, короче, если честно, не очень сильно сгорела. Плечи были сгоревшие с тенниса, если что. Ну, так, знаете, чисто критически. Ну, загорела чуть-чуть, наверное. Не знаю, как вы считаете, изменилось что-то? По-моему, нет. Причем плечи я мазала кремом, все равно немного подгорели. Ладно, лето как бы на этом не заканчивается. Еще будет возможность загореть. Ну, чуть-чуть, да, чуть-чуть что-то есть, но не сильно. Короче, достала себе лед. Вот он. Это просто замороженный сок. Сейчас я буду его есть. Вот так он выглядит. Я достала из формочки один. Вот. Очень вкусно, прикольно. Мы купили еще один апельсиновый сок. Сделаю еще из апельсинового. И сейчас съем, может, один, может, два. Это очень вкусно. Я ела с утра уже один. Вот. Просто обожаю. И причем это очень низкокалорийно. Получается калорий 50 на 100 грамм. Но это, наверное, на 2 мороженых 50 калорий. Короче, вообще ничего. Так что делайте, ешьте. Это, по-моему, топ. А если у вас есть возможность сделать в миксере, перемолоть все эти фрукты, сделать свое, это вообще супер. У меня такое в Киеве есть. Вот. Так что пока что я делаю из магазинного сока. Но лучше делайте из фруктов. А еще если это свои фрукты. Короче, до бесконечности так можно. Так что я буду есть свой лед. А, еще купила этот лимон. Буду с завтрашнего дня стараться регулярно пить лимонную воду. Добавлять, просто выдавливать лимон в теплую или горячую воду. Говорят, что это мега полезно. Короче, решила снова покушать в зале. Я приготовила себе ужин, но мне очень поздний, уже 9 вечера. Но лучше так, чем никак, потому что я, получается, ела только один раз. Но я очень много съела фруктового льда. Прям очень много. Просто вот того самого. Вот, короче, у меня здесь гречечка. Ее не очень много. Ну, такая нормальная порция, не маленькая. Я ее подсолила, поперчила, потому что без этого она вообще безвкусная. И сейчас буду все это быстро вилкой съедать. Уже 9-10. Вот, а после этого надо будет устроить себе небольшую тренировку, разминку, чтобы все-таки, чтобы была какая-то физическая активность на день, потому что я вот себя это приучаю, я чувствую себя лучше, когда я все-таки занимаюсь хоть каким-то спортом, хоть немного, но каждый день. Вот, и вот практически сразу от любых тренировок виден результат. Ну, я не имею в виду первый день, но неделя максимум, и уже вот виден какой-то прогресс. Поэтому я пока точно не знаю, что, но сделаю упор на руки. Будет тренировка, а пока буду есть свою горячую гречку. Я покупалась, приняла душ, чувствую себя отлично.
не голодная. Но это, наверное, все фруктовый лед. Я его реально очень много съела. Пила сегодня спрайт, не жалею. Спрайт был зачетный. Обожаю летом пить спрайт. Вот если кола это такой, знаете, новогодний зимний напиток, то спрайт это идеально для лета. Короче, смотрите, сколько у меня веснушек. Мне раньше не было веснушек, когда я начала загорать. Они появились, прям как в детстве. Вот в детстве были. Вот. Но сейчас, мне кажется, их так много. Вот тут, вот тут, вот тут. На носу нет. Вот, так что я теперь такая веснушчастая. Мне это никогда не смущало, никогда не хотела, если честно, их убрать. И сейчас не смущает. Ну, наоборот, какая-то фишка прикольная. Вообще, не бесит меня гречка, не знаю почему. Нормально, абсолютно лояльно к ней отношусь. Нет желания пока вообще ничего не есть. То есть я вот в 9 вечера, когда я ужинала, я хотела именно поесть эту гречку. Реально хотела есть. Ну вот, потому что в прошлый раз у меня такого не было. Мне прям уже на второй день мутило от нее. Прошло 2 дня, собираюсь посидеть 5 дней, и на 6-й, то есть я уже просто буду делать выход, то есть это будет гречка с чем-то там, с яйцами или суп какой-то будет, такого плана, но тоже как бы на основе гречки. Почитаю сейчас книгу и буду ложиться спать, потому что у меня уже без 10:12, я сейчас перечитываю «Сумерки», и если вы не знали, то «Сумерки» — это моя маленькая большая страсть, я их перечитывала раз 6-7, и фильмы я пересматривала просто кучу раз, но вот люблю я «Сумерки». Просто обожаю. Я, по-моему, говорила в каком-то видео об этом. Вот, так что все. Я буду потихонечку укладываться, читать и засыпать под книгу. Я всем желаю спокойной ночи. Большущее спасибо за все ваши лайки, комментарии, подписки. Это, блин, мега круто вас. Вас уже очень-очень много, аж 500 человек. В общем, мне очень приятно, что вы со мной, что вы на меня подписаны. Большое вам спасибо. Я всем желаю спокойной ночи. И до завтра, конечно. Всем пока-пока.